В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции управления полиции северо-западного округа столицы обратилась женщина с заявлением о вымогательстве. В отношении ее родственника было возбуждено уголовное дело, однако адвокат вместо реальной помощи потребовал у нее сумму около 1 000 000 рублей, якобы за прекращение уголовного преследования. Женщина сочла такое предложение незаконным и обратилась в полицию. Оперативники ОЭППК северо-западного округа эту информацию проверили, она подтвердилась, и было принято решение о задержании адвоката с поличным. Дальнейшие переговоры шли под патронажем уже сотрудников полиции. Что вы здесь делали? А? Что вы здесь делали? Беседу с ней. На какую тему с ней беседовали? А? На какую тему с ней беседовали? На тему. Что у вас в пакете здесь? Да, она просила передать. Подозреваемый был задержан при получении от потерпевшей части указанной суммы. К этому моменту оперативники уже полностью убедились в явной недобросовестности его намерений. Выяснили, что фактической возможности помочь задержанному у адвоката не было, и связями в ОВД он не обладал. В настоящее время в отношении оборотистого адвоката уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Возможных потерпевших от подобных криминальных комбинаций этого человека просят обращаться в управление полиции северо-западного округа столицы.